Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я хочу вам снять видео про Hamster Combat. Это развод или не развод? Если вы об этом не слышали, то сейчас я вам расскажу, что это вообще за такая популярная тема, которая возникла совсем недавно. Но сначала предыстория. Началось все с того, что мой друг пишет мне: «Привет, ты уже играешь в Hamster Combat? Нажми на хомяка». Моя первая мысль. Я подумал, что его взломали, и что хотят, чтобы я перешел по ссылке, и чтобы взломали мой телеграм, или чтобы я там деньги отправил. Подумал, что это какой-то развод. Я отвечаю: выглядит подозрительно. Тебя случаем не взломали? Скажи только то, что знаем мы с тобой. Вот у меня такая реакция была. И он сказал только то, что знаем мы с ним, скинул фотку, говорит, что типа, ты что, друг, это я. Я такой: я поверил. Да, действительно, это был он. Это знал только он, знал только то, что как бы знаем мы. Мошенники знать этого никак не могли. Потом я загуглил, что такое Hamster Combat. Прочитал, что это что-то вроде неткоина, такая игра, которая со временем должна стать виртуальной валютой, типа как биткоин. То есть как криптовалюта, которая запускается, набирает популярность и потом обретает ценность. Вот так это выглядит. Я почитал, там при регистрации не нужно ничего платить, и поэтому я понял, что раз никаких денег от меня не требуется, можно попробовать, потому что я тут ничего не потеряю, кроме своего времени. Конечно, вряд ли что-то заработаю, но ничего не потеряю. Поэтому я зашел по его ссылке и создал своего хомяка. Вот. И как выглядит эта игра? Это кликер, которым там нужно понажимать, и будут капать монетки, и потом эти монетки должны стать виртуальной валютой. Да, но на самом деле там не столько нужно кликать, сколько заходить, так скажем, в это приложение регулярно, повышать уровни там всяких своих бонусов, и эти бонусы сами тебе фармят вот эту внутреннюю валюту. И потом будет airdrop, и эти деньги должны превратиться в цифровую валюту. То есть это так выглядит. То есть тут обмана как такового нет. То есть ты, насколько я изучил этот вопрос, не можешь там пока сам деньги никак потерять, потому что ты туда ничего не вкладываешь. Ты просто нажимаешь на кнопки и повышаешь уровень своего хомяка, и он начинает зарабатывать больше монет в течение там определенного количества часов. И прикол в том, что вот эта выработка монет действует в течение 3 часов после того, как ты вышел из сети Telegram. То есть это все в Телеграме происходит. Вот, поэтому типа ты должен заходить каждые 3 часа, чтобы у тебя повышался уровень, там повышались монеты и прочее. Вот. Я попробовал, в принципе, за первый день сразу поднял где-то там 5-й уровень. Прикол в том, что там можно легко получить много монет. Можно получить сразу 5 миллионов монет, купив там правильные комбинации. А эти комбинации есть в интернете, можно загуглить. И еще можно получить 1 000 000 монет, нажав в правильном ритме на экран. И тоже получишь 1 000 000 монет. Тоже это есть все в интернете, все эти комбинации. И каждый день они меняются. То есть буквально за один день можно заработать там 1 000 000 монет. Вот, по крайней мере, сейчас. И резко поднять уровень. И вот со временем, по идее, вот это все должно стать более как бы сложным процессом, и уже не так просто будет заработать. Вот. Ну, то есть, понятное дело, вряд ли на этом что-то можно будет крупное заработать, но $100, думаю, точно можно будет вывести вот среди этих монет, когда будет airdrop. Потому что вот... Вы, наверное, слышали про всякие эти криптоботинки, вот такие вот сетевые штуки. И действительно, люди на них на первых этапах что-то выводили. То есть тут самое главное не делать каких-то реальных вложений, а просто ради интереса попробовать. Вот. Если вы немножко поняли, о чем я говорю, то можете зарегистрироваться в Телеграме в эту игру Hamster Combat по моей ссылке реферальной. И тогда получите бонусы, и я получу за вас бонусы. И эти бонусы мне помогут открыть там новые комбинации, которые там повышают выработку монет. То есть только ради этого. Вот.
Поэтому, если хотите попробовать Hamster Combat в Телеграме, то по моей ссылке регистрируйтесь и получите там, по-моему, 5000 монет в самом начале. И эти 5000 монет сразу тратите на повышение уровней, и у вас будут эти потом 5000 монет очень быстро обратно отбиваться. Поэтому я как такового обмана на деньги тут не вижу. Единственное, что в чем опасность, как сказать, ни в чем опасность, тут опасности нет никакой. Просто, возможно, это ничего вам не даст, кроме какого-то уровня в виртуальной игре. То есть, возможно, это будет действительно просто какой-то игрой, которая временно набирает популярность, и потом ничего с ней не становится, денег на ней не заработаете. Но, тем не менее, так как это бесплатно, я могу вам дать рекомендацию попробовать Hamster Combat по моей ссылке и там прокачать уровень. Сразу даю вам совет, гуглите шифр на 1 000 000 монет и комбинацию на 5 миллионов монет. То есть эти комбинации вам сразу дадут сильный буст, и вы уже как бы будете на более высоком уровне, сразу там, вот сейчас у меня сейчас 180 тысяч монет вырабатывается. Там, то есть, и это немного на самом деле. Вот, но все равно, вначале у вас 0 монет, а так будет 180 тысяч в час, и как бы это неплохо. Поэтому попробуйте Hamster Combat по моей ссылке. Это вас ни к чему не обязывает, и никаких денежных затрат от вас не требуется. Просто как такой виртуальный эксперимент на новую цифровую валюту, которая вот запускается буквально сейчас. Сейчас ничего не стоит, поэтому в нее как бы никто не верит. И по идее, как пока в нее никто не верит, есть шанс зайти в нее первыми. Вот. Поэтому я вам советую попробовать по реферальной ссылке в описании. Все. Если у вас вы уже пользуетесь, то напишите, какой у вас уровень, какая выработка монет и что вообще об этом думаете. Просто вот такая вот интересная тема. Как-то она мимо меня прошла, хотя появилась уже, по-моему, около месяца назад. Да. Ну, то есть, но сейчас начала активно развиваться, вот, узнал о ней от друга. Так что теперь вы узнаете об этой штуке от меня, и, возможно, через меня зарегистрируйтесь и что-то, может быть, потом заработаете. Вот как бы так, деньги из воздуха, можно сказать. Ну, возможно, и нет. Так что я тут ничего вам не обещаю, просто как такой цифровой эксперимент предлагаю попробовать. Все, всем хорошего дня, пока-пока. По моей реферальной ссылке заходите в Телеграме и регистрируйтесь.